Как дела? Да как, жопа вам. Что? Ну что, я на самом передке, ебаный в рот. Хохлы с трех сторон, блядь. Они вон в следующей лесополосе, блядь. Минометы, Ну, нахуй танки, ты... танки работают, блядь. А нахуй ты попёрся туда, блядь? Куда, Объясни блядь, мне. приказали, ебаный в рот. Куда я попёрся? И что делать будем? Ну ничего. Нас пальцем выборочно показали и отправили сюда. Я не знаю, мы вчера от танка бегали, пизда, нахуй, с тепловизором, то рот ебал, блядь. Кромсает все, нахуй. И сколько, когда ты будешь? Когда ты приедешь? Не знаю, тут говорят, чтобы в отпуск пойти 8 месяцев надо, нахуй, тут быть. Да ну нахуй, а по контракту сколько? Ну, по контракту это все хуйня, тут сказали, либо без руки, без ноги, либо 200-му. Какая хуйня. Давайте вот заберу. Сейчас пацаны сказали, возможно, через 20 минут наступления хохлов, вот пародейка услышали. Так что сейчас меня давай я тебя заберу. Танки. Да как ты заберешь? Ты у меня один, сын, один. Мы, я тебя... мы тут с лужи пьем, блядь. У нас все мокрое, блядь. У нас все протекает, блядь. Вовка, блин. Ты за хуя ты такой говоришь? Я 3 дня, блядь, от танка бегаю, ебаный рот. Ладно, мать. Давай я пойду в военкомат. Ничего ты там не скажешь. Ну попробуй, скажу, я не знаю, давай. я тут быть не хочу, я, блядь, не воин, меня даже не обучали, нахуй, от танков бегать, ебаный в рот. Тут польские минометы, их вообще не слышно, они разрывают, нахуй, хуй слышишь, нахуй. У меня даже нету печати, где я сейчас нахожусь, нахуй, прикомандировали какой пехоте, блядь. Ты мне скажи, где ты, какая я область? Я в Кременной, это Донецкая область, тут нету ни ахматовцев, ни вагнеровцев, только мы, нахуй. Пошел к наступлению готовиться, броню одевать и все такое. Давай. Да, звони, ладно? И как смогу, так позвони, ладно.